Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. Прежде всего, хочу поздравить всех моих зрителей, варганистов и просто сочувствующих с наступившим Новым годом и пожелать вам в новом году исполнения всех ваших желаний. Пусть Новый год будет для вас продуктивным во всех сферах, в том числе в музыкальной. Желаю вам побольше новых звонких инструментов, качественных, классных импровизаций на этих самых варганах. И Новый год я хотел бы начать с распаковки вот этой скромной посылки из Якутии. Что ж, давайте вскрывать. Раз. Два. Итак, у меня в руках два хомуса от мастера Дмитрия Николаева. Мне очень нравятся его работы, поскольку они представляют собой такую якутскую классику. И пока современные мастера экспериментируют с формами инструмента, с технологиями изготовления, якуты успешно работают с традиционной формой. Вот вы видите, такая каплевидная. И весьма успешно улучшают звук. Давайте посмотрим поподробнее на этот хомус. Как вы видите, это варган классической формы, с круглым кольцом, со сходящимися на конус деками и с очень аккуратными зазорами. Эти инструменты уже встречались на моем канале и зарекомендовали себя как весьма-весьма качественные кованые хомусы. Что ж, давайте тестировать звук. Для тестирования ноты я беру приложение «Универсальный тюнер». Пробую звук и получаю ноту до диез. Такая весьма распространенная настройка для якутских хомусов. Не слишком высокая, не слишком низкая, такая золотая середина. Что ж, давайте попробуем, что может этот красавец. Хороший звук.
Незамедлительно перехожу к тестированию следующего, второго хомуса, а потом скажу свое общее мнение. Как вы видите, хомусы практически выглядят как близнецы-братья. Все они снабжены деревянными футлярами на кожаном шнуре. Вот здесь на футляре теперь красуется клеймо мастера. Форма такая же, как и у предыдущего. С каждой новой партией мастер вносит небольшие изменения в пропорции. У меня здесь сохранился с прошлого года хомус в ноту до. И обратите внимание, вот это хомус 2022 года, а вот этот хомус начала 23-го. Это варганы одного мастера. У нового варгана я вижу такую, ну что ли, чуть более изящную форму рамы. И чуть более узкое кольцо. Что касается дек, здесь все прекрасно. Зазоры на протяжении всей длины ровные, параллельные. Давайте тестировать звук. До диез. Прям четко в ноту. Шикарно. Для чистоты эксперимента
Я сыграю еще и на хомуте образца 2022 года. Просто чтобы у вас сложилось впечатление о том, как, возможно, изменился звук. Этот хомус... ниже на полтона. Он настроен в ноту до. Итак, это были мои импровизации на варганах мастера Дмитрия Николаева. Ставьте палец вверх под видео, если вам понравилось мое выступление. Напишите в комментариях, какая из импровизаций вам понравилась больше. А я выскажу свое скромное мнение об этих инструментах. И раз уж так вышло, очень удачно сравню варганы образца начала 22 года и конца 22. Для удобства я буду называть их варган 2022 года и варган 2023. Вот. Ну, во-первых, мое общее мнение о работах этого мастера остается неизменным. Хомусы очень хорошие. И это тот мастер, которому доверяешь. Знаешь, что если заказал хомусы, они придут качественные. И для меня это весьма и весьма важный показатель, то есть стабильность. В то же время очень приятно, что мастер развивается, ищет звук, вносит в свои работы некие поправки, коррективы. Итак, очень аккуратно-аккуратно работает с формой. Что мне понравилось в новых моделях? Невооруженным взглядом этот хомус будет довольно сложно отличить от предыдущей модели, от образца начала 22 года. И только очень опытный варганист заметит разницу. А разница вот в чем. Хомус стал чуть более узким и чуть более вытянутым. И такие незначительные изменения в пропорциях весьма серьезно отразились на звуке. Во-первых, язычок стал более изящным, то есть увеличилась его конусность. Он стал более узким у загиба, что сделало его более легким и более упругим.
Как это отразилось на играбельных качествах? Несомненно, язычок стал чуть более капризным, но для опытного варганиста это не вызовет каких-то сложностей. Основное изменение в звуке – это у варгана обогатился сустейн. Он стал более протяжным. Как следствие, варган стал более отзывчив к дыханию. А в тембре появилось чуть больше красивых обертонов. И вот эти незначительные нюансы для меня, как для варганиста, весьма и весьма приятны. Потому что я могу получить больше интересных звуковых сочетаний из одного инструмента. Следовательно, мне работать с этим инструментом более интересно, потому что расширилось поле для творчества. Я теперь могу не только работать с двусторонним боем, но еще и более активно задействовать дыхание, например. По качеству звучания хомусы стали только лучше. Чуть-чуть расширилась рабочая часть язычка, стала чуть длиннее. Зазоры по-прежнему минимальные и очень параллельные, что важно. В общем и целом, мастер продолжает держать марку и радовать нас хорошими инструментами. Заказать эти варганы вы можете по ссылке в описании. Там вы найдете ссылку на мой каталог в группе ВК Варган 74 с подробным описанием этого инструмента. Те, кому неудобно работать с платформой ВКонтакте, можете написать мне в WhatsApp или Telegram. Все контакты есть в описании к этому видео. Не задавайте, пожалуйста, глупых вопросов в комментариях, как заказать этот варган. Все очень доступно. Нужно только проявить чуть больше внимания. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка посылки из Якутии. У нас с собой было два вот таких хомуса нового образца и один старого образца. Какой из них понравился вам больше, напишите в комментариях. Все они могут стать вашими. Заказывайте их по ссылке в описании. Палец вверх под видео, подписка на канал, нажмите на колокольчик. Поздравляю вас с наступившим Новым годом, желаю вам классных инструментов, новых чудесных импровизаций. Всем пока, всем варган!